Художник и писатель в том числе становится художником, когда у него есть читатель, когда есть зритель, когда есть та другая сторона, которая его воспринимает, которая осмысливает, что он говорит, про себя добавляет и каким-то образом изменяет, может быть, свое поведение, свое мировоззрение. Вот. Если мы обратимся сейчас вот к студенчеству, когда я узнала, что будут вот такие чтения, у меня было занятие в обычной студенческой группе, в обычной, говорю, это не филологи, обычная студенческая группа, каких много, я задала вопрос, вот у нас там в контексте был, значит, мы вспоминали стихотворение одно Евтушенко, и потом я задала вопрос, кто такой Евтушенко? Это как бы классик современный, все. Ни один студент не мог мне ответить, кто такой Евтушенко, и тем более назвать его произведение. Это тот, который сказал, что поэт в России больше, чем поэт. Высоцкий. Высоцкого помнят только по фильму, который довольно неудачный, который создал вот его фильм. Стихотворений особо не помнят. То есть мы имеем сейчас вот такую ситуацию, когда действительно есть очень интересная литература, с вами согласна, но воспринимается она далеко не всеми, есть какой-то вот узкий круг, это филологи, это те, кто интересуется ею, а молодежь, вот так вот, под 19, 20, 21 год, это обычно не филологи, те, которые профессионально интересуются. Вот здесь пропасть. И что-то надо делать.